Собачья работа. 52 служебно-розыскные собаки на балансе северо-казахстанской полиции. В центре кинологической службы департамента полиции служат 13 кинологов и 20 служебных собак. Остальные четвероногие помощники несут службу в районных отделах полиции. Подробности в следующем сюжете. Раскрытие краж, тяжких преступлений и правонарушений, связанных с наркотиками, трудно представить без участия опытных кинологов и их специально обученных собак. Овчарки, спаниели, лабрадор. За 9 месяцев этого года только по линии противодействия наркопреступности четвероногих помощников применяли 96 раз. С участием служебных собак из незаконного оборота изъято свыше 9,5 килограмм различных наркотических веществ. По линии следовой работы проведено 247 применений, раскрыто 351. Одно преступление. Также 80 выездов с собаками проведено по поиску взрывчатых веществ. К счастью, информация о взрывчатке ни разу не подтвердилась. У нас в штате центра кинологической службы находится 13 сотрудников, из которых 9 непосредственно работают с служебно-розыскными собаками. Есть в штате ветеринарный врач, вожатые. Штат в целом штат обеспечивает применение служебно-розыскных собак практически на всех выездах, участвуют, выезжают по горячим следам в составе следственно-оперативных групп. Еще в конце 2008 года штат центра составлял всего 3 сотрудника и 6 розыскных собак. Сегодня центр представляет собой почти автономную базу, в которой заботливо продумана каждая деталь. Собственный автопарк, административно-бытовой комплекс, ветеринарный блок, дрессировочная площадка с необходимыми снарядами, павильоны с вольерами и даже родильное помещение. Для питомцев созданы все условия. Недели 2 назад пришел с отпуска. Там такие эмоции были, что она не видела меня месяц, когда пришел. Столько радости в глазах, как, не знаю, как ребенок маленький, обрадовалась. С данной собакой по кличке Белла, она подготовлена по поиску наркотических средств. Работаю с 2017 года, ездил с ней на обучение в Алмату. Сколько я с ней работаю, уже 4 года, немало мы раскрыли преступлений. В августе 2008 года именно на базе Северо-Казахстанского центра кинологической службы состоялся первый в Казахстане республиканский семинар-тренинг по обучению служебных специалистов-кинологов и специальных собак по методике, которую разработали и апробировали австрийские кинологи. Мадина Нуркина при содействии пресс-службы департамента полиции.